Эти жужики уже здесь, в машине. Все, едем. А вон Леха едет. Он едет, Леха. Все, едем на подводную охоту. Плывем раком. Вон Аделька за Холечкой ухаживает. 26 марта мы с моим кентом Лехой решили съездить. Ну, я понырять. Леха посидеть, просто вот как бы потеплело, хочется провести время на природе. Взяли, купили там каких-то вредных сосисек, там взяли мед, чай. Ну, я понырял, Леха воздухом подышал, посидел, походил, там что-то покидал спину. Ну, это вначале мы приехали на одну речку, я думал, вода будет прозрачная, почему оставили кадры, чтобы вот сравнили. А потом мы переехали, там буквально рядом другая река, там уже вода, ну, получше. Но это почему-то, ну, наверное, дожди где-то были, или плотину какую-то сбрасывало, что-то воду, не знаю. Ну, вот. Как бы переехали на другое место. Ну, и плюс еще вода почему мутноватая, вот. Только солнце пригрело, сразу пошли вот эти вот зеленые, ну, как она, тина, там, водоросли. И начали всплывать они наверх. Раки все куда-то исчезли. Рака не видел даже ни одного живого. Так, кстати, мелких рыбок и гибридики. Караси, гибриды. Пострелял чуть-чуть там, настрелял ни одного щеленка даже живого. Ничего. Ну, это непонятно. Уснувший такой. Ну вот, так никакой серьезной рыбы больше не было. Ну, в принципе, поплавал, понырял, удовольствие получил. Посидели, чай попили, да поехали домой.
ну разрежь его. Вот охота и закончилась. Ну, часика 2,5 поплавал. Ты проплыл, будь здоров. Метров, наверное. Так, наверное, километр полтора в одну сторону, в другую. Ну, все, электроудочками все истребили. Скажем так. Один грачак, то есть мелочь какая-то там. Ни красноперки, ни щуки и гибрид. Ну, гибрида истребить просто, наверное, невозможно. Поэтому он всегда есть везде. Собрал еще, как это сказать, ракушек, устриц там. Ну, типа мидий что-то. Коричневый, крупный. Я их вкусно жарю там со сливочным маслом, с лимоном. Классная, вкусная штука. Гибридиков не помню. Там штучки 4 или 5 здесь стоят. Такой вкусный, не вонючий, нормальный. Больше ничего нет. Потом уже приезжал, прозрака не было. Все, только появилось солнце, у нас прозрак исчезает. Нырять негде. Совершенно. Или ехать только в Краснодарский край. Ну, такие дела. По-быстренькому переоделся, помыл костюмчик, сели мы с Лехой, приготовили вкусных сарделек, попили чаек, подышали воздухом, в общем-то, классно провели время, и со спокойной совестью поехали домой. Положи прямо сверху вот на эту оранжевую, чтобы не капала машина. Ну все, конец рыбалки. Харе. Это не говорю. Я там не был. Все, чтобы они хотели сделать общагу. Не, мы там повестки поставили. Я здесь рыбалил, что поставлю. Ну что, мы собрались и решили проехать через речку вброд. Ну, на мини-выне, как бы, я так, глубина у меня, вообще высота машины сантиметров 18. Глубина была хорошая, так что я аж подвисал. Поплыл чуть-чуть. Ну, выехал. Все нормально. На этом наши приключения закончились. Конец.